Итак, начнем с новостей Шамильского района. Там в ходе проведения оперативных мероприятий на окраине села Телетель силовики обнаружили двоих боевиков. Как сообщает НАК, преступникам предложили сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли стрельбу из автоматов. В ходе завязавшейся перестрелки оба бандита были нейтрализованы. Убитые были членами так называемой Шамильской банды, совершившей ряд преступлений, среди которых убийство главы районной администрации, начальника райотдела полиции, учителя, пользующегося авторитетом у местного населения, а также бандиты занимались вымогательством.